Как Че, уход? как всегда, двоих будут держать? Как всегда, да. Как всегда. Возьмем это же мемха. Сука, чё Просто меня фиряют? Мне к себе надо было на сову сейчас, сову играть, я бы похилил с удовольствием. Скорее на сове я хочу поиграть. В обычке, да. А здесь чем отличается? Действительно. Тут только токены там, какие обычки. А ты почему не пикнул? Не знаю, хуёк, чё это там, в чём проблема? Чё всем костыль не кипишь? Или ДПС голову спрыжил тебе? Цифры ударили в голову. Да, опьянили его. Или табурены. Ой-ой-ой. Верника чуть не прохилил. Все эти ассисты дал. Наверное, этот у нас рарник будет держать слепоглазые кроши. Или как сделаем? Ну да, наверное, можно. Или он короля и киглера будет держать. Так я лучше короля и киглера. Да. Окей. Mm-hmm. Шкаф поставьте, пожалуйста. У меня и прожимок больше, чем половина. У тебя и рывок есть. Демоне, да? Я и демоне, да. Ой, блядь, рывок и керус, это что-то несовместимое, да. Нахуй. Все его рывки, нахуй, давай я проеду сразу. Нет, когда такое? Тебе что рассказать или файлы показать, что? Записи? Давай, давай, давай. Морта надо суммонить, надо. Или... Ставьте рыбку. Или я поставлю. Все, поставил рыбку, ем. По тактике, наверное. Будет сам расскажешь. Только Да, сейчас. Это, сколько там у нас, блять? 4 танка. Дайте кулак подруги, пожалуйста. Кто за кулаки ответственно? Тата, кулак обними, пожалуйста. И вон по этот, по пристану. Можно еще крик на хп выебать. Короче, получается отморозок на этих. На четырех собаках, когда олм активируется, я олма держу. Кроша и слепоглаза рарник в этой. Вон в кресте и в луне. Рейд в кружке примерно. Собак в ромбик отводишь, там их милики хуярят. Как захуярят, бьете лока. Ну и кегля с королем в звезде с трусами керус держит. Ну частицы я вот не знаю, ну блять, этого рарника будет хуярить больше всего, значит. Надо на него частицы. Либо одну частицу на рарника и одну на керуса. И перекрестный хилить. Ну так и поступим тогда. Чё, короче, мне только собак потанчить и пиздец? Да. Ну ладно. Так, собак у нас бьют мирики, которые
тата отключаешь, знаешь, да? Там бьет еще один хант, лазерный бубенхут у нас, Суров, так что он будет олм играть. Лазерная. Олм активен, выше 4 собак, ты в собак играешь чисто. То есть все, собак убиваете, и это залог нашего успеха. Поди курсу. Что у нас? Хейки, ты будешь дисперить первую, вторую пати, я вторую. А третью, четвертую, я там своих хилов буду дисперить. А маги же еще есть? Не-не-не. Хейки первую группу диспелишь, я вторую, Слэйр Мэйдж третью и Кирпл четвертую, Экон пятую. Вот так сделаем. Все по тотемам. Когда проседать будете, Экон, скажи, когда будешь ставить, чтобы кто-то гимн сдал срочно. И все. Сейчас никто не бьет, не пулим, все стоим вот здесь в печеньке. Ждем, пока кто-то активируется. И следим за агрой, это самое важное, особенно на киглеры и кроши, потому что глыбы просто шокнет всех. Все, давайте, готовность. Угу. Давай пул. Нахуя добавим пул, если щенок припотает тут нахер? Ну, танки. Морально собраться. Ждем сразу после этого. Красноязычие кинули кто-то. По ОМ. Играем. Сразу бить можете. Ну все, на красноязычку кинуть. Меньше дикурса будет. Да, дикурсом побыстрее. Собаку бейте, собак. Все физ урона играют собак. Симбион урод от огня. Подальше, подальше собак от людей. Собаки вообще не дамажатся. Там надо слепоглазу каст молитвы исцеления сбивать, назначь кого-то. Два мага по очереди. А, бля, реально, Кирт. Вот их захилили, собак на фул. Мы сейчас сдохнем, короче. Вместо декурса лучше сбивать. Блядь, собаки почему не умирают? Потому что их два раза молитвы исцеления захилили, сейчас мы пойдемся. Блять. А красноязычие кинули все ВГ? Ну, может сейчас из баф исчезнет, может и не будет. А все исчезли, первое повезло. Смотрите на кросс. Ну, на будущее кросс. Имейте в виду, вот Луна, слепоглаз, ему надо все косты молитвы сбивать. Не вот эти исцеления, а молитвы. Ты а играет в прошлое. Прошу, прошу. А, подожди, Киглер играет. Ошибся, не надо. Киглера. Вот молитва исцеления, он сейчас докастовал. Вот опять докастовал. Ну, вы будете сбивать или нет? Типа, он будет захиливать боссов по КД просто. Чё там, некому сбивать? Давай Экон тогда, блядь. Если маги не умеют. Ну, мне только дальности не хватает. Мне нужно чуть ли не плотно вот так. Ну, значит, будем на бога надеяться. Давайте два мага по очереди сбивайте. Как-то озвучиваете эти маги, вроде с дисом, блядь. Да похуй, у меня уже в КД висит. Масса плюс дайте. Масса плюс дайте. Нахиливайтесь. Тотем осел природы стоит? Оставь-то? А, подожди, мы садим. Слепоглаз. Слепоглаз забьем. Короче, этот, бобинхуд, тотем осел природы. Забери киглера, он убьет меня сейчас. Вы не бейте его, он убьет. Не, его не бьют. Он просто рыб. Там на последней секунде стопнуть урона. Дайте гимн. Гимн на ману сдали. На его бои не кинул. Кинь на поле пала Хейки, которые на их нырнем. Ты говори, кто гимн, а то они все четвером дадут и все жопа будет. Вот кто сейчас гимн сдал? Тянка. Надо все добавить мимо. Себе в ДБМ, блять. Следующий мимочка будет, потом не буду, когда скажу. А когда скажу гимн на КП, тяночку тоже будешь. Бейте каст, бейте каст, бейте каст, бейте каст. Опять сапоглаз. Давайте дожмем его, противную мочку. Дайте Геру, дожмем его. Давайте больше ДПС. Можете припоты на нем быть. Просто касты никто не сбивает, очень противно будет потом.
сливайте больше урона. Сейчас не успеем на то. Да вроде как тютелька в тютельку. Ну, тютелька в тютельку почти. Касса беж. Отлично. Все, заебись. Ждем. О, косноязычие киньте сразу. Косноязы. Кто кидает коза? Забирайте собаку. Курс пошел. Вот бей собак, вот бей собак, забей на Олма. Вот, никто милики не бьет собак, чисто играет, ой, не бьет Олма, только собак играйте, пожалуйста. Если они сейчас не умрут, мы умрем просто. У нас давай пойти. Убили собак, потом Олма спокойно играть. Да. Сейчас я взял. Да. Блин, опять забыл, сейчас я. Давайте собак бегаем. Да, хорошо. Хорошо, отлично. Кирус, ты как, свободен? Быстрее собак добейте. В смысле, свободен? В плане Инна залить, по-моему. Ну, не, ну я шотнуть, да. Массакру дай быстрее. Я дал, я дал. Кто там? Еще пачка собак, еще пачка собак, этот отмороз. Давайте доиграем. Да, Олм. Олм, прям играйте сильно. Ну теперь все милики, все на Олм идите, да, на собак да, забейте. Играли, забейте на собак. Да. Бьем Олма просто. Они просто отвлекли, я чуть-чуть голос прижил. Ну что там, мусор не вылез или посуда не помыл? Да там надо антиплагиат сделать, блядь. Забей. Так говори, посуду не помыл. Да. Как он, сколько до этого? Тяночка сдай, а нет, мемочка сдай гимноману. Давайте декурсим. Вернее, как-то повосполнять ману можешь на Киглере? У меня еще 2 минуты до тотема. Окей. Для Поли Прис вообще ману сжигает. Ты мне можешь забрать Киглера, кого-нибудь? Киглера, Киглера. Да, можешь короля забрать. Он сюда поставил, как раз 2 хапала, как раз Прису, там него ману. Попал, вы сейчас можете ману только резать. Только огонь не сорвите. Идите там, Кеглера бейте. Только отбегать бейте, там надо на вертушке. Да. Там надо отбегать на каст, иначе бьет. Немножко да, сместитесь, да. Рейд. Давайте сюда. Если он дезактивируется, отведу подальше короля в кружок, встанете, чтобы вас не откидывал. Мы успеем? Ну, на отморозок этот. У тебя вот иннер без КД, ты залей по экону, например, иннер. Да, я по иннер не помешал бы. Кирус еще можешь залить после этой. Ага. О, добиваете. После этого забьешь по, не знаю, по границе. Ага. Все, чилим пока. Прошу, давайте играем просто дотками. Там хоть маленький урон, но проходит все равно. Там, смотрите, прош будет метки кидать. На ком метки просто выходите из рейда. Гимн, дайте. ИВБ, давай гимн. А пугов много, не с гильдии? Дай пару штук. Вот здесь. А что такое? Да ничего. Там что-то написано. О! Блядь. Это пуг по-любому, да? Нет, это я. Ах, хорош. Долбоеб. Чё, ловушку поставил, да. Что ли? Да. Ой, блядь. Кикните нахуй. ХБР, какой на ХБР, пусть лежит с позором. Сука. Он в миллизоне сдох нахуй. Я ловушку ставил, отстань от меня. Я был на пятом месте. На пятом месте был.
этого. Ну там, когда вот попадает шар в танка, вокруг танка типа кружок есть, и там 40 тысяч дамага идет. Ну, я думал, у тебя прыжок, отрыжка, а ты отрыжка, нахуй, понял? Пошел. Слабенькие какие-то. Че, я, короче, не зыбку дам, когда... Все, дал. Ем на хп нужен срочно, тяночку почти. Мемочку, если есть, почти тоже. Все уже не надо. До следующего добьете, я думаю. Бобин Худ десятку дамажил так-то. Да, Бобин Худ, да. Там, где на королях чего сильный урон, охуеть. Если бы мы не дисплейлили, не декурсили, мы бы все там по 16 дали на такой урон. Ну вот сейчас на груле, если 20-ку выжмет, то 15-ку хотя бы. Зачем на Керус? А, он танчит. А что на Керус? Частицу? Да вон длань жертвенности давай. Ух ты, ебать. Угу. Что там же пусть стоит? Ну пускай, ну. Быстро, быстро. А чё мы всех таргетим, на всех смотрят? Он чё, бомб кидать скидывает? Чё-то делает хуйню какую-то, ну. Он на всех посмотрел, ничего страшного, бомбу раскидывает. Не давай, Байер, не давай. Дай, Байер. Да давай, похуй, быстрее добьем, ебать. Да, это же РДДшный. Ломаются еще, ебаный рот. И фулл баф ему сразу. Иннер, блядь. И реально. И Гера, да. И подойди ближе, я тебе истерию еще дам. Давай. Еба, ебаш. Сейчас он его, блядь, опять так сюда. Еще Горн обновил, ебать. Да, спасибо. Не, Сурф не башит. У нас это не рогов, не этих. Не рогов, не варов. Охуенный рейд, скажи. А чё меня не позвал? Ты здесь когда с таких пор ты здесь? С тех пор. Чё, сделал Сиши? Да. Молодец. Он еще его затрансможил так красиво. Шрем трансмогать еще? Да. Какой-нибудь белую палку сделал, да, под да. Блять, я так и знал, нахуй. Тебе фетиш не делать, что ли? Все белый, палку белую нашел. Сука, я так и знал, даже не видел. Он белый еще-то возьмет. Да я так тоже и оставил, как себе купил тот меч, так и оставил. Осталось только чешку купить, да? Что еще покупать? Нету ее. Только чешка. Но я покупать не буду больше, все. Чисто выбивать. А то интереса не будет. А, не вот как, да? А что квесты не делал? Они же интересные. Долгие. Тут тоже дело не быстро. Че, интересно же вам просто делать, чунку сидишь там, ешь лужи, лутаешь ГП, умираешь от дыхания сандры, лутаешь ГП тоже. Он всегда падает эту вот ручку? На мишку да, надо забрать нахуй. Как видно, знаешь? На мишку? А на мишку есть? Да такая. В смысле, меткость дает, блять, не меткость. Это... Какая? Пошли, танки вперед, пробегаем. Да, да, пробегайте пока. Так, я отойду, мишку. Ребят, био. Ебать, вы обрыгиваетесь. В смысле?
Ну когда вздыхают, то как будто рыгают, ебать. Че их танчишь быстрее, сейчас санвизы меня спали. Я сейчас от всех отвожу. Умри, ну. Я уже. Умри, ну. Так, ну тут я пикнусь. А че, на мне диван. Я? На эко не диван. Да я могу ее побегать, руки позакрыть. Или подамажить. Они возвращаются. Кто мне без разницы? В смысле не возвращается? Вот так, короче. Че там, мастрец же есть вроде. Ставьте шкаф, сейчас как станет. Ты, кстати, мне вещи дал с магика, который тебе закинул случайно. Продал. А? Я их Дживсу продал. Ну ладно, пойду отдыхать. На новый нафиг мне их закинул. Пойду отдыхать, на форум можете писать. Так, ну чё там, петов или чё там надо ставить? Кто петов ставить умеет плюс в рейд? Вон хант поставят, нахуй мы его взяли вообще. Руки, получается, отморозок с керусом будут закрывать. Хант, да, Гриш? Я не умею. Ты серьезно? Ну все, я кикаю. Поставить на месте и без действия ставишь. Магии есть у вас? Это петы? Моним. Поставьте шкаф сменить. А у кого мага есть пет? Фрусмаг есть? Да у нас же два ханта есть и лок. Мало что ли будет? Какой лок? Вон лок, грили твои. 4 лока, реально, блядь. 4 лока. Только демона уберите, здесь демон не нужен. Быстро поспехайся. Тут а то миллион драги будет. Кстати, у ДК этот червей нет, надеюсь, который H. Ну посмотрите, и, таланты. Да, это самое. Ну кто нахуй? Быстрее, кроме грилли-то, блядь, из локов. Че там так? Кто там поставил Мелизу, не вижу. Он грилли поставил, вижу. Ну грилли-то я вкинул в пати первую, вторую. Посмотрите таланты его, да и все. Да я не вижу его здесь. Он как раз отошел уже вроде бы. Три лока, третья, четвертая пати. Кто может поставить это, блять? Бастардиус, поставь тоже своего демона туда. Ты же в дестрике сейчас, да? Демон тут умирает от тебя. Мне что, в кота спикаться или руки закрывать в танке? Не, руки закрываешь. Отморозок, ты говоришь? Да. Да, ты закрываешь руки. Руки. Сейчас я, блядь, с локом свищну. Мы втроем будем руки закрывать, да? Не, рарник в ретрике, блять, под ебалом будет сядь. А, ну тогда мы с отморозком закрываем. Да. Сука, кто из локов, блять, говорите мне, быстро двигался или кто, блять? Я поставил. Так, с кем ты там пати поменял, во. Так вы скажите, где руки спавнят, плюс-минус. Ну смотри, вначале они могут спавниться с той стороны, а потом от центра до вот сюда. Короче, метки поставить. Сейчас. Там три руки, а нас двое. Ну еще кто-то из РДД будет себя. РДД есть 10 человек, вон третий, четвертая пати, блядь. Морозок, ты с какой стороны будешь закрыть? Без разницы. Кто убрал, блядь, твои метки? А это я, блядь, чтоб крестик поставить. Понял. Вилки спасают от... Ну, кузник нет, по-моему, там физа. Это тут стоять. Ой, бля, забери кресло, бля. Вот там, да, стоял. Под лицом рука еще. Вы что, петами управлять не умеете, что ли? Сколько там петов с людьми получается? Тут 4 сейчас стоит. Ну все, кто первая, вторая пати, должны под ебалом быть. Вот. А вообще петов раз, два, семь, семь петов вообще. Нахуя? Вообще... Блядь, вы перед боссом 7 петов поставили? Нет, нет, 4 поставили. Жесткий. Только кто первая, вторая пати тебе ставит? Керус, потом... Это Керус, вот такой Керус. Я руки ловим. Два ханта и два лока тут. Короче, Кирто, Женя, Грилет, вы со стороны печеньки
Гриль, почитай со стороны печеньки порталы, чтобы если что успеть закрыть. И под боссом надо будет Вероника позакрываешь всем белым вместе. По очереди. Все равно будете спину босса бить. Саня, если что, я резко могу 4 пары как минимум подряд закрыть. Все окей, там мемочки, тянка-батяра тоже можешь в центре руки позакрывать. И с черепа много рук будет. Танки в основном сзади закрывают по бокам. Центр и печеньку в основном. Все, давайте готовность. Ты рассказал им все, про звезду? Да? В начале, смотрите, в самом начале первые руки могут появиться в звезде. Все три руки, поэтому ближе к правой стороне все становятся, и РД, и танки. Там потому что три может попасться. А потом они там огонь будет, уже не будет попадаться, очень редко. Потом то по центру, да, там. Да, да, потом по центру. Ну посмотришь, у нас Купер улетел. Кто это? Куперфильд. Он с Лиги? Он с Дискорда вышел, по-моему, тоже, да? Ну это с Петом он там был еще. Да, или нет? Я не знаю. А, нет. Там Петра все стоит, все нормально, давайте еще. Да, 4 здесь. Все, окей, сейчас начнем без него проект. А что без него? Кидай пати. Да долго сейчас один проект. Хотя, давай. Ты на ком? Сейчас я дверь закрою. А? Не пугал. Сейчас. Поставьте шкаф. Как раз вместе постоишь в мини-зоне. А что игнорирует? Что, меня в ЧС кинул? Да не. Ну просто кто-то кинул пати. Перед тобой видно. Сейчас, секунду, настой куплю хороший. Да нет, какой настой? Давай сюда лети уже. Сейчас он. Вы, кстати, проверили, у ДК черви есть? Нету. Все, отлично. Халк, где ты? Тут. Здесь? Все, давайте пробав. Вы постоянно стоите, да? Да я не знаю, что происходит. Короче, добавим пол, но можно готовность давать. Вам главное, что надо понимать, когда ошеломляющий кастится удар, вы должны находиться под боссом. Один. Гера пошла. Когда за спину скажут идти, вы уйдете. Все ближе к правой стороне, становимся. Руки с правой стороны, смотрите. Да. Гера вначале с правой стороны появляется всегда. Кого-то не было. А кто не закрыл? Не, это... Это, короче, или Пет какой-то сдох, или что-то, хуй знает. Не, Петы все живые. Женя, закроешь? Быстрее, дайте диван пока. Нет, все, уже падает. 2 минутки, где диван? Нету дивана. Не, там было 10, показало. Вот 10, потом 20, и потом он почему-то адски начал кастовать. А нахуя он его начал кастовать? Под у кого-то боссом? Или черви, или демоны у кого-то. Кто-то в демоне? Я не понимаю, потому что... Или что, или шупешники вы своих петов отпускаете. Не пускайте своих петов, только после ошеломляющего. Что там? Масс-вес есть, интересно, сейчас. Не, 2 минуты, когда. Блин. Да, подожди меня, конечно, сейчас. Да, первая, вторая. Первая, вторая пати под лицом, да. Да. Халк теперь тоже под лицом стоит. Там если 10 тел не будет стоять, то адский удар моментально. Я вот Черевица. Сейчас не вкурил, почему он, сука, вроде с 10 до 20 добрал и почему-то начал адский кастовать. Че это было, блядь? Кто-то сдох? Кто-то сдох, да. Короче, там... я что-то не заметил, не знаю. Там Пэт не сдох?
Короче, престы, своих петов не бросайте, еще раз говорю. Перед ошеломляющим не бросайте, после ошеломляющим. Так я лучше стану, то сагрит. Там за одну смерть сколько раги будет? 20. Ну вот, где-то 2-3 пета, 5 этих сдохли, наверное. Нет, петы живые были. Нет, я имею в виду пристовские петы. А, они же со временем умирают. Кто там, кого сумануть? Давайте быстрее. Не-не-не-не. Ну их в рекаунте нету пристовских петов. Ну я хуй знаю. Может быть, не знаю нахуй, что это за хуйня. Может быть худлюк с червями? Сейчас посмотрим. У него одного ДКшника червей нет. Уже проверил. Загадка Сируса. Загадка Жака Фреско. Почему босс набрал рагу, блядь? Дайте кулаки, каски. Повара каски нет. Так. Кто гонит, что ли? Быстро двигался. А что ты не метку ставишь его? Или без разницы? Какая метка? Ну он не в красную метку забыл. Петра он еще. Печки стоит у него бед. Какой печки? А, какой знает. Все петов свои поставили прям в крест. И бездействие нажмите. Оставить бездействие. Все, давайте. Последний арчей и ну что тут? И всех убили уже, кроме этого. Все, давайте добавим. Больше занес. 5, 4, 3, 2, 1. Все, Гера. Вот смотри, 20 раги. У кого пет сдох? Сразу проверяйте. Не, живые 4. Может кто-то лишний стоит? Смотрите. Не может быть, что лишний. У кого-то какая-то поебень сдохла нахуй. Это там пристовская что-то? Наверное. Змей мушхантовский, он уползали, тут ползали. Да, да. Какие нахуй змеи, блять, вы чё? Ебанулись нахуй. Мой косяк. Ебать, эти вот душу нахуй сейчас. Хватит пробивать, чё ты пробиваешь? Ой, блядь. Чё, закрыли? Нет. Нас убило. Всё, резаю, быстро двигаюсь. Адский, адский, адский. Встаньте под лицом кто-нибудь быстрее. Вероник, встань под лицом тоже самое. Пет умер. Да. Ну там мой пет был. Сейчас поставлю. Не надо застелить. Уже не надо. А что 19? Слева руки один. Закройте кто-нибудь слева. Закрыли? Нет, закрыли, закрыли. Сейчас буду анонсить руки, я там смотрю. Вот тут зарага чисто смотрю. Гим, дайте. Могу и нет. Тяночка, гим. Ошеломляющие руки появятся, смотрим на руки. Кира, чуть назад, станьте мишки, вы слишком близко стоите. Да не, я далеко. Руки, смотрите, в центре да. И с черепа. Да. Кто прилетел, Раник, ты стоишь? Да, я. Все, окей. У тебя же есть что, щиты есть, не умрёшь, я думаю. Ты меня особо и не прошипает. Всё, окей. Руки, руки, смотрите. И есть опять один в черепе. ШП, уход в тень нажмёшь. Вообще уход в тень нажимаешь, если несколько раз закрываешь. Когда выбегаем? После этого удара за спину.
Сейчас руки будет, смотрите сразу, возможно под боссом будет. Идите за спину. Один черепи, давайте. Печеньки. Хурюк за спину, блядь. Право под боссом стоит. Маска и мата. Возвращайтесь. Дайте быстрее, мата. Возвращайтесь. Быстрее возвращайтесь. Мат огня, быстрее прихил. Гимн на жизнь, дай. Темочку. Да, спасибо. Инна по симбиона и ВП мана. Симбион, ты почему массу мана не весишь? Хулипал, дай массакру. Войда на фул поднимите. Печеньки, руки закройте. Блять, ну два танка же должны закрывать там, пиздец. Мы и закрыли. Ну в печеньке же вы должны закрывать. Закрыли. Печеньки под тоже закрыли. Адский. Под боссом не закрыли. Есть БР, раздайте быстрее по Булкину. Булкин по СВР мейджору. Не по кому БР. Под ебалом не хватает людей, если что. Я встал под лицо. Адский. Печеньки, руки. Блять. Если... Все закрыли. А, татапси мне, дайте руки. А, БР срочно. Женя, закроешь? У нас два рпала валяется. Сейчас БР дам, татапси. Рарник дал. Меня замедли. Адский. Да это залупа нахуй, можете ложиться, блять, это поебень. Че, ложимся? Руки надо закрывать нахуй, я не знаю, сколько IQ надо, чтобы руки закрыть. Под боссом кто-то не... Да, руки были закрыты, там возможно под боссом кто-то не закрыл. Ну так под боссом РДД ставишь, вон, третья, четвертая пати, помимо нахуй отморозка РДД, там 8... Нахуй РДД, если у вас там хупа закрывает. 8 людей. У нас один хупа встал под боссом, один. Перед лицом точнее. Ну второй симбион, ты не видишь руки? Да при чем тут симбион, нахуй, будет. Поставьте вон людей, каких-то локов, нахуй, которые там чилят. А кого там у нас лес никогда, у меня 3 минуты просто. Ахай, кидай, мэр, он станет. Короче, блядь, ханты, которые с червями там, блядь, не призывайте просто червей. Пистрять автоатака и пиздец. То это поебень, блядь, все портится из-за этого. Кого не призывать, змей? Червей, змей, да. А кто их призывает? Блядь, ловушку со змеями. Ну горает-то там, а ты, блядь, повторяй. Там реально были змеи, два трах. Там были змеи, они в другую сторону сдохли. Давайте, ребят, мало времени. Под боссом тоже кто свободен, закрывает. Давай под боссом закрою, я просто в центре стою. Вообще хилы вам ничего тут не обязаны закрывать, блядь. Встаете два лока под босса и пиздец, и стоите, блядь, меняетесь. А чё, половины у нас средства не достало, что ли, или что? 2 минуты. У меня добав. Весать. У нас ИВБ вылетел? ИВБ это в Дискорде? А, нет. Нету его. Чё-то. Вот суммон быстро плюс напишите. Сейчас форики попробую, может больше там ДПСа. Смысл? Не знаю, я же еще не пробовал форика. Ну, ИВБ что-то говорил приливом? Может, интернет отвалился? Может быть. Да, нет, такое бывает. Давай себе перекур. Я такое не разбила. 3 минуты перекур.